Я дальневосточник. Всем привет! Вы на канале КМС Лайф КПРФ. Меня зовут Павел Труднев. Сегодня с нами комсомолка Кристина. Помогает мне вести репортаж. Кристина, привет! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы с вами познакомимся с легендой нашего города, с почетным ветераном, с Малоногиным Владимиром Павловичем. Владимир Павлович, работая на авиационном заводе, одновременно был тренером по тяжелой атлетике. Он воспитал 5 мастеров спорта. Его дети также занимались спортом. Павел, Константин. А еще Владимир Павлович пишет стихи. Уникальный Хабаровский край. Здесь просторы такое раздолье. Изучай и трудись, и дерзай. Мы приехали к Владимиру Павловичу вручить ему партийные награды. Павел? Проходим. Владимир Павлович всю свою трудовую жизнь проработал на заводе имени Юрия Алексеевича Гагарина инженером-технологом. И за успехи в труде был представлен к ордену Трудового Красного Знамени. Ведет активную общественную жизнь. Он член Президиума Окружного Совета Ветеранов, почетный ветеран Ленинского округа. Пишет стихи и выступает на поэтических конкурсах. Постоянный участник поэтических клубов «Муза» и «Крылья души». Вместе с моим другом Павлом Трутневым мы решили навестить наших ветеранов КПРФ Ленинского округа. Среди фамилий ветеранов я с удивлением и, ну, с радостью обнаружил фамилию Смолоногина Владимира Павловича. Среди спортсменов Ленинского округа, особенно тех, кто занимается в смене, эта фамилия очень известная. Да и в нашем городе эта фамилия известна. Владимир Павлович – тренер по тяжелой атлетике. Он занимался еще в клубе имени Барановых, а потом перешел в спортивный клуб «Смена». Воспитал 5 мастеров спорта. Был тренером по тяжелой атлетике среди мужской команде, а потом перешел тренировать юношей. Вот. Кроме этого, он еще является судьей республиканской категории. То есть у этого человека множество спортивных наград. Этот человек – легенда наших земок. Ну, и я этим горжусь. Что было дальше, вы сейчас увидите. Так, Владимир Павлович. Мужская дружба с бабой – тяжелое дело. Владимир Павлович от Комсомольского на Амуре городского комитета КПРФ. Все, молодец. И лично от Геннадия Андреевича Зюганова. Вам почетная грамота за преданность идеям социализма, за многолетнюю борьбу за правое дело в рядах КПРФ. Поздравляю вас. Спасибо. И личный наградной знак. Медаль. И городской комитет КПРФ награждает вас партийными наградами с удостоверением, подписанным Геннадием Андреевичем. Спасибо. Ну, от своего имени что мы хотим сказать? Мы комсомольчане. Мы земляки все. Да. Если вдруг какая-то нужна будет помощь по хозяйству, по сантехнике, допустим, по электрике, мы всегда можем помочь приехать сделать. Спасибо. Хорошо? Ну, да, можете на нас рассчитывать. Ясно. Спасибо. Ну что? Вот это я знаю, да, то, что вы по тяжелой атлетике, да. Это дело я провел до тех пор, пока стадион не закрыли. Вот стадион в 2014 году. Закрыли стадион, вот. Ну и все, я переключился на такую творческую работу в этом. Во Дворце культуры мы, значит, это «Крылья души», у нас клуб поэтов заводских. Ну, а раньше сатирические газеты выпускали мы, так, ну и в заводе, и поэтому немножко осталось. Ну и сейчас, чтобы, в общем, это дело, как говорится, подытожить, вот. Я в прошлом году здесь выступал на конкурсе, значит, поэта нашего Ленинского округа. Вот. То это, значит, вот такое стихотворение. Я дальневосточник. Вот я вижу дальневосточников, значит, так, здоровых ребят.
Так. Надо ощущать себя земляками. Я люблю Приамурье, Приморье. Уникальный Хабаровский край. Здесь просторы, такое раздолье. Изучай, и трудись, и дерзай. Здесь богаты природа и недра, и сильна и крепка молодежь. Дальневосточники, сущие кедры, даже бурей их не свернешь. Мы не первостроители, мы дети военного времени. И все же и нам поставлен памятник у дома молодежи. Парень, девчина с киркою, а парень с лопатой. Мы строили город, заводы, страну крылатую. Ввысь взлетают блестящие птицы, корабли уплывают в поход. Факел газовый в небо струится. Счастлив я, не устану гордиться за свой край и российский народ. Вот мы и познакомились с Владимиром Павловичем Смолоногиным, выдающимся человеком нашего города юности. Ну а вы подписывайтесь на наш канал, обязательно комментируйте все и, конечно же, смотрите нас. Обязательно смотрите нас. Пока!